конце 70-х годов 20 века завершилась одна страница истории. Это была история вынужденных переселенцев с Валаама Ладожского на новое место в Финляндии. История русских православных монахов, которым не нашлось места в советском государстве. С приходом молодых православных финнов началась новая эпоха. Новый Валаам. Финляндский мужской православный монастырь. С 1977 года прошлого века богослужения на Новом Валааме ведутся на финском языке. Пришедшие сюда новые монахи энергично взялись за возрождение монастыря и потекли пожертвования от верующих и от государства. Прежде всего решили возвести храм. По традиции его осветили в честь преображения Господня. Проект выполнил финский архитектор русского происхождения Иван Кудрявцев. Не случайно храм, освященный в 1977 году, когда отмечалось 800-летие православия в Финляндии, напоминает церкви Пскова и Новгорода XVI века. Звонницу оснастили 14 колоколами, вывезенными с Валаама. Остальные колокола, спасенные монахами во время войны, звучат в других храмах Финляндии. В сегодняшнем братстве монастыря всего 10 человек. 8 монахов и 2 послушника. Послушник Филипп – француз. Монах Исидор наполовину русский, по матери. Все остальные – финны. Впрочем, с тем, что история нового Валаама – это история другой, новой обители, не согласен ее настоятель, архимандрит Сергий. Вынужден вас поправить. Наш монастырь – это продолжение Валаамского монастыря. Сейчас мы только находимся в другом месте. И с 1940 года мы здесь работаем, но продолжаем ту же деятельность. Валаамский монастырь никогда не был упразднен. Специально для интервью настоятель Сергий надел большой наперстный крест. Этот дар в 1819 году преподнес игумену Иннокентию император Александр I. Крест украшен драгоценными камнями, на нем 300 алмазов и 7 крупных изумрудов. Настоятели Валаамской обители надевали этот наперстный крест по большим праздникам и принимая почетных гостей. Эту традицию теперь продолжает настоятель Сергий. Другие дары русских императоров и святыни, вывезенные с Валаама в 40-м году, рака преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамской обители, иконы, предметы церковной утвари, сегодня хранятся в Нововалаамском музее, а также в городе Куупио, где находится единственный в Западной Европе музей православной церкви. Все это бесценно. И к сохранению православных святынь лютеранская Финляндия всегда относилась очень бережно.
Käytännössä Suomen valtio on тукенут лостарин элама ситен это эсмеркси кун вона тото. Вот, например, когда здесь в монастыре в 1977 году строился новый собор, государство дало монастырю значительную субсидию. И когда в 1984 году были построены библиотека, реставрационный центр и большой конференц-зал, застройщиком было государство. Государство передало все эти культурные объекты в собственность монастыря несколько лет назад. Lopullisesti lahjoitti sen luostarille. Сегодня в реставрационный институт за помощью в восстановлении икон обращаются церкви со всей Европы. Сюда приезжают работать и лучшие российские реставраторы. Оснащение реставрационного института Нового Валаама одной из самых лучших в Скандинавии. Предусмотрено все, от безопасной транспортировки экспонатов в стены мастерской, их хранения, и помимо реставрации, забота о том, чтобы в дальнейшем вещи тоже не страдали. А страдают вещи в церкви и от невнимательного обращения, и от какой-то небрежности, и случается, что и от вандализма. Некий человек, имеющий мало уважения к церковной живописи, позволил себе с тыльной стороны вот так ее прорвать. Но, однако, современные методы реставрации вполне достаточно для того, чтобы восстановить первоначальную и форму этой картины, то есть заделать этот прорыв, ну и привести ее в экспозиционный вид, и надеемся, что она займет место в приходе. Как утверждают историки, именно монастыри стали первыми хранителями культуры и знаний человечества. Еще в средние века монашеские общины занимались просвещением мирян. Сегодня в мире всего две светские православные академии – в Греции и на Новом Валааме. Здесь читают лекции и проводят курсы по православной вере и культуре, хоровому пению, экологии и медицине, церковной архитектуре и литературе. Современный паломник, посещающий Нововалаамский монастырь, чаще всего обычный турист. Поэтому средства для поддержания обители Новый Валаам зарабатывает, принимая гостей. Здесь бывает примерно 160 тысяч человек в год. Новый Валаам – настоящий туристический рай. Монастырь открыт для всех вне зависимости от пола, национальности и вероисповеданий. Верующие молятся стоя, а для прихожан, которым по состоянию здоровья трудно отстаивать службы, предусмотрены скамьи. К причастию допускаются только православные. Для них же иеромонах Александр готовит просфоры – богослужебный литургический хлеб. Рецепт просфоров прост. Мука, вода, дрожжи, соль и растительное масло. На них наносится изображение креста с надписью «ИСХС Ника», что значит «Иисус Христос Победитель». Кстати, одна из металлических печатей старинная, еще со Старого Валаама. Остальные сделаны по ее подобию. Иеромонах Александр по профессии кондитер, и печь просфоры – это его монашеское послушание. Кроме того, он печет пирожные для монастырского кафе. В небольшой лавочке турист найдет оригинальные сувениры и приготовленное монахами вино. На территории Нового Валаама более 20 тысяч кустов белой, черной и зеленой смородины. Морожку закупают в Лапландии,
клубнику и малину в соседних фермерских хозяйствах. Виноград привозят из Венгрии. Из этих ягод монахи делают и продают более 100 тысяч бутылок вина в год. Также обеспечивают церковным вином лютеранские храмы Финляндии. Любимое русскими туристами вино, вино, обладающее душистым, богатым ягодным букетом, называется это вино «Валаамский странник» или «Пилигрим». Изготавливается это вино из клубники, малины и черной смородины. Это красное полусладкое вино. Крепость всех этих вин примерно 11-11,5%. Ирина Хирванин с удовольствием общается с русскими туристами. А их здесь бывает немало. Те, кто хоть раз побывал на Новом Валааме, стараются обязательно приехать летом на крестный ход с Валаама в Линтульский женский монастырь в честь праздника иконы Каневской Божьей Матери. Православие в Финляндии имеет глубокие корни. Известно, что русские монахи вели здесь свои миссионерские проповеди еще до первых крестовых походов на эту землю шведских рыцарей-крестоносцев. Хотя официально считается, что христианство появилось здесь в начале XII века и принесли его шведы. Под влиянием Швеции ближайшие к ней земли, то есть южные и западные регионы нынешней Финляндии, стали исповедовать католичество, а затем с 20-х годов XVI века под влиянием той же Швеции – лютеранство. Но восточная часть страны под влиянием России и таких центров, как Валаам и Каневец, как раньше, так и сейчас, бережно сохраняет православные традиции. Сегодня Финляндская православная церковь, наряду с евангелической лютеранской, является второй государственной церковью страны. Она включает в себя три епархии, 24 прихода и два монастыря. В Финляндии 60 тысяч православных. В масштабах всей страны, конечно, немного, 1% населения. Но эта цифра в последние годы стала увеличиваться, в том числе благодаря просветительской деятельности Нового Валаама. Путь с Валаама в Линтульский женский монастырь – один из любимых в Финляндии туристических маршрутов. А Каневская икона Божьей Матери – главная святыня этих мест. Поэтому крестный ход привлекает большое количество православных верующих из разных стран. Мамы привозят в Линтульский женский монастырь своих дочерей. Считается благодатью просто побывать в этом намоленном месте. Oh,
mitä armada meitä. Sillä kun emme taida itsemme millään puolustaa. Поручную, и Матерь Бога нашего, честнейшую героинь, и славнейшую без хранения. Линтульский монастырь находился раньше на Карельском перешейке, бывшей финской территории. Монахини были русскими. Но началась война, и монастырь был эвакуирован в Финляндию в 1939 году. 6 лет сестры скитались по разным местам в Финляндии, а сюда прибыли в 1946 году. История Линтульского монастыря похожа на судьбу Валаама, а также Печенгского и Каневецкого монастырей. Правда, монахини не вывезли с собой ничего. Удалось спасти только икону Иоанна Кронштадтского. Обустраиваться на новом месте монахиням помогали нововалаамские насельники, особенно игумен Харитон и наместник Исаакий. А на месте бывшей Линтулы, в Выборгском районе, в 50 километрах от Санкт-Петербурга, до сих пор стоят руины. Русская речь здесь звучит редко, и все-таки она звучит. Ну, я из Карелии, из Петрозаводска. Я обучала детей русскому языку младших классов. И часто бываю в монастыре. Часто встречаюсь вот с батюшками. Часто приезжаю, сама молюсь очень много за нашу Карелию, за нашу Россию. И когда я приехал в Валаамы, новый Валаам, ни одно монах не говорит по-фински. Все говорит по-русски. По словам настоятеля Сергия, его обитель сотрудничает с монастырем на Ладоге. Например, основной архив документов и чертежей, по которым восстанавливали Валаам Ладожский, находится на Новом Валааме, и монастырь предоставил возможность копирования и воспроизведения этих документов. О возврате реликвий сегодня речи не идет. Это ведь не был захват или военная добыча. Исторически и географически это была эвакуация из Финляндии в Финляндию. Poikoksien tähden, kunniallisen eläksi tekevän ristisi voimalla, kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien voimien puolon tähden ja niiden rukouksien tähden, joita sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta edelläkävijä kastaja Johannes. Официальная позиция русского Валаама, озвученная пресс-секретарем епископа Панкратия, игумена Валаамского монастыря, такова. Нужно сказать спасибо нововалаамцам, что сохранили имущество монастыря. Но если Валаамская Божья Матерь захочет вернуться в Россию, она это сделает.